обязан сказать, что, безусловно, именно полевые исследования дают возможность двигаться в науке по той причине, что именно своими глазами, когда ты видишь, что происходит на самом деле, ты можешь обновить и те знания, и ту информацию, которая была, и, соответственно, принести что-то новое. Когда я делился с коллегами о том, как я готовился к этому мероприятию в 2017 году, выяснилось, что некоторые моменты, которые казались мне абсолютно элементарными, являются очень интересными. И, возможно, они помогут в экспедиционной деятельности, поэтому обязан это сделать во благо науки и человечества, как говорят. В первую очередь для себя я определился, что мне необходимо оказаться на берегу Маклая, особенно после того, когда я увидел, насколько много людей заинтересованы узнать о том, что происходит на данный момент и как обстоят дела. И, к сожалению, именно у российских ученых не было достаточно полной достоверной информации о том, что происходит и какие налажены контакты. Самое обидное было в том, что не было именно тех контактов, которые необходимы для того, чтобы поддерживать регулярную связь. Для меня стоял вопрос, конечно, об актуальности и важности. Зачем ехать на берег Маклая? Я занимался регулярно сбором информации о том, что мне будет необходимо для этого знаменательного события экспедиции, которая состоялась в 2017 году. Из-за того, что не было налажено контактов, именно контактов в образовательной, научной сфере, именно с теми местами, которые меня интересовали, с Папуа Новой Гвинеи, это меня и заставило подойти к этому детально. И именно это, кстати, мне позволило и познакомиться с рядом очень интереснейших людей, которые в последующем мне помогли. Несколько важных моментов, на которые я бы обратил внимание. На что самое важное, я считаю, в подготовке экспедиции, это сбор информации, в первую очередь, от тех людей, кто там был. Безусловно, информация и знакомство с авторами работ, которые делали описание путешествий в регионе. Это достаточно важный аспект, потому что позволяет, во-первых, понять, какие можно сделать в дальнейшем открытие. И, конечно же, информация от тех ученых, которые там были, от тех исследователей, для того, чтобы можно было сконцентрироваться на тех важных моментах, которые было необходимо. В нашей экспедиции было несколько человек, и одно из важных моментов было то, что с самого начала мы фактически как десант знали, кто что будет делать. Вот рядом со мной это Майкл Самара, основатель государство на яхте сэра Питера Бартера, которое ему я показал, как мы готовились к этому мероприятию, что для нас это не просто поездка, что для нас это огромнейшее событие, что мы очень хорошо знаем о истории, культуре, традициях, фольклоре Папуа Новой Гвинеи. Он был этому поражен. Это, кстати говоря, заложило во многом основу и поддержку очень серьезную российских ученых в Папуа Новой Гвинеи. Есть нюансы некоторые, на которые важно обратить внимание. Например, это техника безопасности, понимая, что это за регион, нужно понимать, что и как ты будешь готовиться. Одно из самых важных правил, которые я использую, которое мне в дальнейшем помогло. Это правило очень важное, что никогда не ложишься спать, пока не сделаешь все записи за целый день. Мы планировали, я планировал каждый день и каждую минуту, как последнее. Я понимал, что мы, может быть, сюда не вернемся никогда, и, соответственно, надо сделать максимум того, что возможно. И вот у нас было одним из важных моментов – это представить берег Маклая через документальный фильм. Мы видели фильм «Асель Туи», это фактически планировался берег Маклая, из него родился фильм «Возвращение Маклая», «Жизнь и путешествие Маклая», «Человек с Луны». Все дело в той или иной степени, вот собранный материал, он родился из тех двух экспедиций, которые мы получили. Научные исследования в области экологии, этнологии, лингвистики, этнологии – это то, что мы поставили в тот момент задачи, пригласили этих специалистов. И проведение конференции, согласование кабинета русского мира для того, чтобы мы могли иметь опорную точку и в дальнейшем придерживаться этих контактов и, соответственно, провести работу по поводу русских названий. Кстати, в начале года, поскольку мы проводили совместную конференцию со многими коллегами, кто здесь, то вот часть этой работы мы проводили и там, определяли в том же числе и новый топоним, который назвали в виде деревни Маклая. Все эти задачи и цели мы ставили, и все абсолютно мы выполнили. Я живу в Австралии 30 лет, и у меня было несколько опытов вот такой полевой работы. Началось это с визита к русским аборигенам в Северном Квинсленде, потом в
2003 году я ездила на остров Нукахива в Маркизские острова, вот там, где была экспедиция Крузенштерна. И там я поняла, как важно вот именно увидеть место, где все происходило и где все это описывалось. Потом я начала работать в университете с Крисом Баллардом, который давно сотрудничает с жителями Вануату. И вот мы говорили о Миклухо-Маклае и начали небольшой проект, и я ему передала материалы из кунсткамеры, несколько рисунков. И вот результат оказался совершенно замечательный. Вот этот рисунок Миклухо-Маклая, он принес его туда, в деревню, где он был сделан. И оказалось, что эти рисунки, как бы мы их воспринимаем как какие-то наброски, в действительности это дневник Миклухо-Маклая того, что происходило. Берег Маклая входит в крупный культурный ареал, вернее, культурный регион даже, Маданг, который в свою очередь делится на 4 культурных ареала или субареала. И вообще пионером исследований в регионе Маданг был, разумеется, Николай Николаевич Миклухо-Маклая. Но также хотел бы отметить, что в целом многие этнические группы, их там несколько десятков, описаны недостаточно хорошо. Например, по бангуанцам есть вот литература наших исследователей по Билбилу, также и западных, но некоторые даже отсутствуют в списках этнографических источников. Это большое упущение. Я думаю, что в ближайшем будущем, если будут позволять множество условий, то именно там должны развернуться многочисленные полевые этнографические исследования, которые внесут большой вклад в этнокеонистику. Мне повезло, что конкретно в тот момент, когда я приехала в Светлогорск, там экспонировалась выставка «Люди моря». Вся выставка направлена на то, чтобы как можно больше людей узнали, может быть, даже заинтересовались, больше прочитали, поехали в экспедицию, да, в этой земле, о Южно-Тихоокеанском регионе. И я считаю, что это просто замечательно на самом деле. Попалась мне вот такая книга, на вид не очень-то казистая, мне показалось. И открыв эту книгу, я с удивлением, с огромным, начала читать совершенно потрясающие, на мой взгляд, вещи. Я считаю, что книгу необходимо оцифровать и как-то донести ее до других читателей, это потому что на самом деле потрясающий исторический источник о бытии и нравах, и культуре, экономике, истории островов в 1970-х, в начале годах. Огромный объем работы есть и для этнографов, и для историков, то есть есть куда двигаться.